Привет всем поклонникам My Little Pony. Сегодня у меня в гостях принцесса Селестия, которую мы с вами будем украшать и наряжать. Давайте для начала сложим нашу лошадку, поставим пазы в пазы. У нас получится вот такая красивая, яркая принцесса Селестия беленькая с золотыми солнышками. А теперь давайте прикрепим к нашей принцессе Селестии ее вот такой замечательный кучерявый синий хвостик. Вот какой кучеряшковый получился, длинненький. К этому хвостику подходит вот такая грива с настоящей золотой короной и бриллиантиком. Ну вот, принцесса Селестия выступает перед нами во всей красе. Для того, чтобы принцесса Селестия полетела в свою волшебную страну, мы прикрепим к ней крылышки. Теперь принцесса Селестия может лететь. Ну что ж, давайте поменяем гриву и хвостик. У нас есть вот такой вот несколькоцветный хвостик и подходящая к нему грива, опять-таки с короной и драгоценным камушком. Ну вот, какая модница красивая Селестия у нас получилась. Теперь давайте разукрасим ее маленькое ушко. Воспользуемся вот этим фломастером, который входит в комплект, и подрисуем ушко, маленькую сережку. Еще в комплект входят вот такие тематические наклеечки с солнышками и камушками. Давайте отклеим одну из них и попробуем украсить нашу лошадку. Куда бы его прикрепить? Давайте прикрепим для начала на солнышко. Вот, теперь оно стало еще ярче и красочнее. Эта яркая лошадка и ее оригинальные украшения обязательно понравятся всем любителям этой замечательной оригинальной серии My Little Pony. Вы найдете эту игрушку, а также много-много других интересных игрушек на нашем сайте megadiscount.pl. Я прощаюсь с вами, до свидания.